засновано на реальних подіях, що відбулись у найогіднішій країні земної кулі. Дубльовано співучою українською мовою. Дмитрий Анатольевич, Дима, Димон! Ну чого ти кричиш? Не заважай покидьку слухати концерт Кобзона. Ура, товариш! Холопи, наливай! Наша доблесная армия уже заняла первый стратегический объект. Чорнобильську атомну електростанцію. Чорнобильській станції загрожує ще більша катастрофа, ніж та, що в Савку була. В сети вже появились фото з нашого Чорнобиля, на которых лица наших бойцов просто светятся от счастья. То від радіації. Конечно же, все наши успехи благодаря Владимиру Владимировичу Путину, единственному президенту в мире, который правит страной твердой, несгибаемой рукой. Ну то, що рука несгибаемая, це точно. Отдельно за наш успех в Чернобыле нужно поблагодарить нашего верного союзника Александра Лукашенко. ЗСУ ему видячат, не хвилюйся. Который без колебаний подставил России плечо. И дупу. На воскрес. Боже, яке воно кончене. Ну що, Умка, правильну сторону батька вибрала, а? Що скажеш? Нагнем ми з Путіним Україну, а? Ой, що ж ти опіслася, негодник? Собака схожа на свого господаря. Вань, привет! Так рада, что с тобой все хорошо. Блин, ще живий. А так гроші потрібні. Да все ще круто, Настюнь! Зацени, какое у хохлов радио подрезал, Молодець. Только вот ловит хреново, трещить постоянно. Воно не трещить, воно відраховує, скільки тобі жити залишилося. Вань, а чё там за шум? Да пацаны какой-то плутоний нашли. Говорят, он дорогой, капец. Сейчас контейнер с ним расфигачим, в ломбард сдадим, заживем, ё... Витаю, жінко, ты вдова. Вань, ну вы поаккуратнее, там говорят, какая-то радиация на людей убивает. Настюнь, ё... Да нас тут 5 БТГ, мы любую радиацию положим, на... Ну я просто за тебя переживаю. Насть, да не ссы ты! На карте никакая радиация не указана, значит ее нет. У нас карты 68-го года, советские еще. Там все четко, все по ГОСТу, Ми користуємося радянськими паперовими Google Maps. Люблю тебе, скучаю. Вже місяць ходжу без фінгалу. І я тебе, Приїду, поставлю. Значить, духи советують наступати на Чернобаївку. Причем несколько раз подряд. Ну, если советую, значит, надо наступать. Дякую тувинским духам, що помруть духи з російської армії. Здравствуйте, Сергей Холжуветович, Дон. Привіт, фанерний маршал. Приветствую, Рамзан Ахматович. Привіт, тікток-воїн. Беда у нас, Дон. Вчера награждал Дон своїх воїнів за взяття Чорнобиля, Дон. І вияснилось, що у них радіація, Дон. Хотів нагородити своїх шакалів я, а нагородила Чорнобильська станція. А даже мне, Дон, от них передалося. І це у них станції, Дон, близько не підходили, Дон. Як завжди в заградотрядах гнали русських ванік уперед. Та яка радіація? Не може бути. Може ти просто ліняєш? Ішак гірський. Радіація, Дон. Точно радіація. Зуб даю. О!
О, дивись, зуб шайтана зробив жест доброї волі. Владимир Владимирович, докладываю. Войска прошли, все как договаривались, лично проконтролировал. Гони бабки, плешивый. Во-первых, здравствуйте, Александр Григорьевич. Не поспешай, усатый. А во-вторых, примите благодарность за помощь от меня и от всего российского народа. Шесть тебе, а не гроши. Очень приятно, Владимир Владимирович. Было бы хорошо эту благодарность и финансово подкрепить. Так сказать, оплатить за проезд. Я тебе Беларусь не за дякую продавал. Так что не скупитесь. Как говорится, да не оскудзеет рука дающего и не отсохнет берущего. Ага, нехай краще відсохне даючого. Друга рука. Ладно, ну, только из уважения к вам. Ты мне нафиг не впав, мне твоя территория потребна. Ну, что говорят духи? Коли там нам пиз... Духи не знают, как Путин отреагирует на дурную весть. Да зрозуміло як. Побежит швидше до валізи. Здравствуйте, Сергей Кужугетович. Рассказывайте, как у нас дела в Чернобыль. Готуйся, Вовка. Зараз у тебе не тільки рука відсохне, а ще й челюсть відпаде. Там, Владимир Владимирович, у нас... Чернобыле? Берись, Кужгетыч, а то як нарышки на совбезе. Ну, не тяните. Говорите конкретно. Станцию наши войска взяли? Так точно. Як каже Поворознюк, пи***ть. Ну, позиции для обороны обустроили? Так точно. Пи***ть. Ну, то есть ситуация полностью под нашим контролем? Так точно. Пи***ть. Ну, так и говорите. Поставленная задача выполнена. И, кстати, не забудьте особо отличившихся представить государственные награды. А? Посмертно. Наша армия, Дон, самая грозная армия, Дон. Все враги, Дон, только при одном нашем виде разбегаются в страхе, Дон. Мы настолько сильные, Дон, мы как стихия, Дон. Сильная и мощная, как ураган, Дон. Да. Я, как верный, Дон, нашему Путину Владимиру Владимировичу, хочу сказать всем шайтанам, Дон, что победа будет за нами, Дон. Хай Бог милує, і цього цуценя боїться вся рашка. А все ти облезли бородою, Дон, не как мужчина, а какой-то волчишка, Дон. Правду кажеш, мізків як у п'ятикласника. Вань, привет! Живой, слава богу! Блин, доведеться и старым телефоном ще походити. Настень, как на курорте? Это как? А я откуда знаю, Не з'їздили у Крим наш і вже не поїдете. Гаразд, не заважатиму вам. Розмовляйте, дай Боже, востаннє. Настень, прапор говорит, как на курорте. Он, походу, на солнце сгорел. Вся кожа на роже облезла. Эх, Настя, жаль, ты не видишь. Тут такая природа. Хуя можно. Прям так красиво. А? Позвонила бы днем, а не ночью. Я бы тебе показал бы. Так я ж вроде днем звоню. Настень, я ж не в запое, чтобы день с ночью путать. Тьма такая, что даже я тебя на экране не вижу. Вань, ты ослеп? Опять мы байку с грузовиков сливали и пили, а? Настень, что ты начинаешь? Я на службе окопы копаю. Все, давай. Все равно ничего не видно. Да и слышно тоже хреново. Слава Цезию. Стронг цю слава. Тебе Шойгу звонит. Бэмби на звязку. Перезвонит. У меня рабочий день, Светлана, начинается через 34 капли. Он уже пятый раз тарабанит. Дверь!
Дмитрий Анатольевич, приветствую. Думал, уже не дозвонюсь до вас. Думав, ты вже зранку в Зюзю. Просто был занят неотложными государственными делами. Писав хи** в Твиттере. Дмитрий Анатольевич, сразу к делу. Не могли бы вы, как глава совбеза, намекнуть Владимиру Владимировичу о выводе наших войск с территории ЧАЭС? Опача. Выяснилось, что там увеличился радиационный фон, а наши солдаты там уже месяц сидят. Скажи ху**у, що наші ваньки там світяться від радіації так, що без тепловізора видно. А разве об этом ему не министр обороны должен докладывать? Дмитрий Анатольевич, я пытался, но... Но наклав. Что но? Сергей Кужугенович. Теперь-то вы понимаете, почему Владимир Владимирович для рокировки в президенты меня, а не вас, выбрал? И вы до сих пор всего лишь министр обороны, а я глава совбеза. Мокая оленевода обличчям у лайно. Ну ладно, так уж и быть. Спасу вас. Позвоню Владимиру Владимировичу. Поговорю с ним. С тебе пузырь. Благодарю, Дмитрий Анатольевич. Владимир Владимирович, вы бы только видели, что ваши танки с моими дорогами наделали. Я нашел способ еще развести тебя на бабки. Вы хотите, чтобы я вам заплатил за ремонт, как я понимаю? А пика твоя усата не трясне? Да при чем здесь я? Я ж о ваших военных беспокоюсь. Вдруг им опять проехать будет нужно, а дорога разбита. Ты все правильно зрозумів, плешивый. Давайте так. Я вам еще раз заплачу, но больше вы мне по поводу денег не звоните. Конечно, конечно, больше ни раз. Вот уже бабки, Володя. Так, це для настрою. Це для твиттера. А це для хоробрості. Начнем-ка рабочий денек. Рабочий він лише для твоєї печінки. Молодець, доктор. Молодець, хорошо орлос не пересадил. Молодець. Правда, тепер на столі холодно сидеть. Приходиться подушку подкладывать. Но орлос зато прижились, хорошо. А чо б їм не прижитися? Вважай, з дупи на дупу пересадив. Сергей Кужугетович, мне только что звонил Медведев. Это кошмар. Там такие новини, что в меня закончилось место у вализе. Полностью согласен. Я и сам хотел вам доложить об этом. Да думал, как-то обойдется. Це капец. Тувинский ёлоп розраховував на русский авось. Да как обойдется? Там уже организм разлагается. Скоро внутренние органы начнут отказывать. В первую очередь печень. Там такая красота. Русский стає хорошим русским. Думаю, эту стадию мы уже прозевали. Там уже глаза вытекают и выпадают зубы. Так что единственный выход – отправить группу в химзащите с мобильными крематориями для утилизации. Скажем, что сгорели без вести. Давайте сначала попробуем реабилитацию в клинике. Под руководством лучших наркологов. Оленевод, не слухай его, пали русню. Наркологов? Владимир Владимирович, а что именно вам сказал Дмитрий Анатольевич? Ничего. А что он мог сказать, когда он пьяный? Трупом лежит. Дмитрий Анатольевич! Дима! Димон! Ну чего ты кричишь? Не заважай покидьку слухать концерт Кобзона. Что случилось? Чего нажерся? С приводу, чи як завжди без? Я для храбрости. А потом еще раз для храбрости. А потом... Вино не в то горло пошло. Ничего не трапилося. Звичайні сині будні. Сергей Кужугетович, я только не понял, а о чем вы мне хотели доложить? Раз не о Медведеве. Давай, Тувинець, колись. Что в Чернобыле все идет по плану. Строго за планом на піврозпаду цезію та стронцію. Вот и хорошо. Ладно, мне тут нужно подготовиться к совещанию с губернаторами областей. До связи.
Александр Григорьевич, а что это вы? Неужели у вас что-то со здоровьем? Боже упаси, Владимир Владимирович! Тьфу-тьфу-тьфу! Все хорошо. Как говорится, вашими молитвами. Не дочекаешься, Плешивый. Я ще на твоїй могилі станцюю. А вот ваших военных в Чернобыле со здоровьем не очень. Сильное облучение. Надсилай, Володя, полиэтиленовые пакеты для своего сміття. Но вы не переживайте. Мы им тут в больнице поможем. Тем более, что медицина у нас бесплатная. Лікування буде коштувати дуже дорого. Что за ерунду вы несете? Какое облучение? Если бы на станции что-то было не так, мне бы уже давно доложили. Нехай мрут, Саня, бабы еще нарожают. Так что в этот раз ваш финансовый шантаж не пройдет. Не верите мне? Включите телевизор. Підставляй вуха, зараз тобі навішують локшини. Оперативная сводка от Министерства обороны Российской Федерации. Тай-т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 ай-
Бомжі в тільниках винесли вже навіть алюмінієві виделки та ложки. Наші спеціалісти не наблюдають в районі ЧАЕС показання радіації, превышающей норми. Всі осліпли нахрен і вже нічого не бачать. Що лишній раз свідчить, що спецоперація йде по плану. І план цей, щоб вся русня здохла. Ось так. Вперше на цій війні стало зрозуміло, що всі в Кремлі – це куни. Товарищ Мумія, а бань можна? Скажіть, будь ласка, що вже можна йти за компенсацією? Настюнь, я не узнав, що ли? Багатим буду! Блін, Вань, а що з тобою? Ти в больниці? Краще б ти черв'яків годував. Був в больниці, но прийшов какой-то сіпатий усач зі шпицем. Сказав, бесплатная медицина только в морге. И выгнал всех нахрен. Российских бомжей выгнали на теплотрассу. Сейчас вам по рельсам иду на вокзал, чтобы там переночевать. Вань, ты береги себя. Не боись, Настюнь, прорвемся. Русский солдат, он в воде не тонет и в огне не горит. Хіба що у піснях.